Скажи всем доброе утро, Поль. Кока. Ну и правильно. Скажи, у нас на завтра конфеты. Это конфеты на завтрак, да? А что ты уже кушала еще? Конфеты кушала с утра. Нашла конфеты и ест конфеты. Да. Мама, Поля лев. Поля лев? Поля как лев. Поля большой лев. Поля как-то. Ты большая. Как? Полина, у нас как-то сегодня выходные? У нас сегодня выходные? Нет. В садик не надо? Нет. Мама дома? Папа, мама почти. Мама дома, а где папа, расскажи. Папа на работе. А где Моника? Да. Спит. Где Милена? Мама, привет. И Милена спит. Пойдем кофе пить? Да. Let's go! Идут машины? Да. И там нельзя идти? Нет. А ты куда сейчас со мной идешь? Кого-то. Скажи, в магазин. Какие? В магазин. А что мы купим? Купите вода. Серьезно? Да. Пойдем по солнышку? The music just turns me on. Иди салфеточки найди. Где? Где? Самолет летит, да. Камень. Кто камень в ротик взял? А где птички кричат? Кто пришел? Большую башню. Давай строй. Давай, смотри. Поля. Ты что, не работаешь? Это чей телефон? Поля? Да. Сейчас будет искать. Потому что я... Поля, смотри, что папа делает. Полина. Нет, ну, Поля, давай вот здесь вот мы домик. На, кубик. Останови кубик вот сюда вот. Я выше. Ой, давай, я давай, давай, давай. Аккуратно. Делай, делай еще, давай. Нервов. И еще ставь. Вот это бери.
Давай дальше играем. Что ты будешь сейчас делать? Вот это. Смотри. Вот это? У меня выше. Да. Нет у меня выше. Нет у меня выше. Давай у меня выше. Вот это. Да. Я первее. Коля, смотри. Отец, Ева тоже кубики хочет. Ева, она тебе кубик тоже. Открой пасть. Открой пасть. Так, будешь кубики брать. Нет, вот это вот ей надо. Кость, как будто. Как будто. Ну, что ты будешь делать? Так и проходит субботний вечер. А давай поставим это, давай. Останови. Аккуратно только. Аккуратненько. Аккуратно. Напишите, как проходит субботний вечер у вас. Что, упадет? Нет, не упадет. Милена, ну что? Пап, смотри, у нас сегодня внучка родилась. Не внучка, дядя. Звать как ее? Алиса. Как? Алиса. Алисия? Алиса. Таисия? Алиса. Милена сегодня сказала, что это внучка, завтра с нами в гости. Слышишь? Вот что? Купите внука. Это внучка. Внучка завтра едет с нами в гости. Да, и мы будем праздновать это день я. Рождения. Поля. Да? Понятно. Это Поля кукла? Да. Нет. Мне в садике еще подарили девушка с бабушкой. Эту куклу? Угу. Ну, сколько лет ей уже? Да я не знаю. Много? 6. Моника, выходи к нам тоже. 5 лет. Моня у нас стесняется. Моника! Подойди, дочь. Ну, пожалуйста. Папа просит. У нас кто-то еще есть в комнате, да? Моника. Вся семья в сборе, и внучка, и твоя племянница. Моль. Так и живем.